прессы. Ваше внимание, комментарии главного тренера «Урала» Дмитрия Владимировича Парфенова. Потом ваши вопросы. Добрый вечер. Что, я коротенько, наверное, поздравить нашу команду с победой. Ребят поблагодарить. Да, были моменты в первом тайме, которые мы как раз поправили в перерыве. И ребята вышли, выполнили, о чем договаривались, и дотерпели, забили гол. Еще в конце имели возможности забить. Поэтому тут, что, надо двигаться дальше. Победа, важная 3 очка. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Сезон ваша команда постоянно пропускала в каждом матче. Сейчас вот все больше и больше матчей на ноль, 3 из 5. Не пропускаете. В чем именно удалось прибавить? Такой абстрактный большой вопрос. Надо большую пресс-конференцию собирать. Мы работаем, трудимся и все хотим исправить, чтобы не пропускать голы. Поэтому каждодневный труд, работы, другого пути нет. За Еврокубки еще можете зацепиться через чемпионат? Лозунги не очень люблю. Шаг за шагом, от игры к игре. Скажите, а у вас тоже шаг за шагом задача? Или уже стоит задача все-таки в Кубке пытаться максимальный результат добиться? Ну, мы не заглядываем. Я говорю, от игры к игре у нас... Видите, как календарь составлен. Вот сейчас мы сыграли, а у нас... Практически через 60 часов уже игра в Уфе. Такая же сложная на искусственном поле. Задача восстановить ребят. Один перелет, потом второй. И кто составляет календарь, мне интересно. Да, мы последние играем практически в туре. И первые начинаем в следующем. Спасибо. Удачи вам.